Девчонки, всем привет! Давно мы с вами не смотрели никакие распродажи. Заходим в приложение, и прямо на главном экране есть маленький баннер о том, что проходит распродажа детской коллекции. Давайте посмотрим, что здесь предлагают. Со скидкой в 50% бутылочки. Неплохие, но там широкое горлышко. Вы должны об этом знать. Термосы тоже хорошие. Кстати, скидка огромная, в 3 раза дешевле, чем обычно. Ну, точнее, чем базовая цена. Большая скидка, всего 444 рубля. В этих термосах у нас по 350 миллилитров, а в маленьком всего 300. И термос, который с медведем, крышечка у него как стаканчик на ножке ставится, вот эти ушки выпуклые, и благодаря ним, как на ножках стоит крышечка, чтобы попить. Наклейка светодиодная отражающая, огромная скидка на детский рюкзак. Судя по отзывам, рюкзаки действительно классные. Подушки, но тут скидка всего 40%. Рюкзак из серии с зайкой и с мишкой. Скидка тоже отличная, но, конечно, не такая, как на рюкзак с монстриками. Пенал. Они немножко отличаются внутри, вы сможете фотографии посмотреть. Термосумка. Очень хорошая цена. И к ним же, к термосумке, ну вот у нас остался только ланчбокс с мишкой. Возможно, в вашем регионе будут и ланчбоксы с зайками. У меня есть вот такая термосумка и вот такой ланчбокс. Очень нравится термосумка, побольше ланчбокс идет, действительно держит тепло. И ланчбокс с ограничителями. Внутри ложечка и вилочка есть, по крайней мере, в моем. И также на распродаже мешки для обуви всего 221 рубль. Это очень хорошая цена. Также давайте посмотрим, что обновилось в распродажах ухода. Я уже не раз показывала в компьютере, куда мы заходим в распродажи. В приложении немножко по-другому. Выбираем все продукты. Выбираем фильтр. Распродажа. Выбираем ее, нажимаем выбрать. Тавтология сплошная, ну что поделать. Итак, все продают и продают. Гели для душа, мыло, маску 100 лет продают. В распродажу, ну, совсем не по распродаже, на цене попали маски, бальзамы и шампуни. Мы их и так покупали в каталоге. Суфле. Витамания, которую все продают не так, так эдак. Я знаю, что есть любители линейки вот этой с карамболой. Или с карамболой. Наверное, все-таки с карамболой. Вот. Флёр де Прованс распродают остатки. Что-то через каталог, а что-то через распродажу в приложении. Шампуни и так мы под таким расценкам видели. Уже с давней линейки мужской шампунь. Моя любимая линейка для чувствительной кожи. Вернулся шампунь с миндалем. В прошлой каталоге в распродаже его не было. И я себе, естественно, заказала. Что-то мужского прям понадобавляли. Диди-спрей очень понравился маме. И 3 бальзама для губ. 1 детский, 1 взрослый. Давайте посмотрим, что добавилось в макияже. Опять же, выбираем все продукты. Фильтр, распродажа. Выбрать. Что интересного? Тональный двойной стиль со скидкой 50%, всего 333 рубля. Советую на лето, на загорелую кожу, отлично. Если особенно наносите без сыворотки, то он достаточно вот такой как раз для загорелого лица хорошо подходит. И он не плотно ложится, если вы без базы используете, а базу можете использовать любое другое время года. Шикарнейший карандаш, я вам еще его не показывала. Хотела снять отдельное видео, что я покупала по распродаже. Ну, покажу в общей распаковке. Вот могу заранее сказать, что карандаш отличный. Там и золотой, и коричневый оттенок можно приобрести. Все пытаются распродать. В прошлый раз, кстати, ее не было. Мерцающая рассыпчатая пудра для лица и тела One Love. Я ее, кстати, даже никогда в обзорах, мне кажется, не видела. За 370 рублей. Так. Lucky Berry Shine. Слышала про них, хорошо наносится. Мой любимый блеск для губ. Каял, кстати. Я в прошлом каталоге с распродажи вот этот каял купила за 96 рублей, а сейчас он 73. Хочу межресничку им прокрашивать. Губная помада
абсолютный объем, абсолютное увлажнение всего за 96 рублей. Раньше они по 149 были в каталоге. Помада хорошая, но я ее отдала просто потому, что у меня было много помад, и я ей не пользовалась. Буквально прям новую отдала. Девчонок спросила, кому нужна помада, они быстренько разобрали. Ну и сюда же попали бальзамы для губ. И теперь переходим в самое интересное. Заходим в раздел «Мода». Все продукты. Ну все. Накрылся. Выбираем распродажу. Применить фильтр. Сортируем по увеличению цены. Смотрите, юбочка с морским принтом для девочки 159 рублей. Всего 159 рублей. Футболка 159. Кстати, утром выбор был больше, уже разобрали. Бижутерия, футболки на мальчиков. Так, еще какая-то юбочка. Смотрите, не успеваю даже прогружаться. Давайте отключим Wi-Fi. У меня бывает, что интернет лучше работает. Да. Вот какая красивая юбочка. 239 рублей. Море бижутерии. Ух, люблю такие серьги с кольцами. Колечки, подвесочки, наборчики. Все просто за смешные деньги. Детские спортивки опять распродают. Футболки. Ой, как хорошо, что я утром заказала. Смотрите. Я заказала, я помните, вам показывала маме, заказывала такие футболки, я заказала такие же себе. Покажу вам на себе. Еще наборы. Наборы. Цены отличные, я считаю. Вот смотрите, например, толстовка стоила 2000, стала 700 и минус еще скидка. 559 рублей. Вот она на девушке представлена. Блуза. Нет, действительно, скидки большие. Вопрос в другом. Оно по изначальной цене было, стоило того или нет. Вот платье милое на девочку. 719 рублей всего. Брюки-клёш. Так. Портмоне мужское. 800 рублей. Брюки заужные. Курточка, ветровка на девочку красивая. 879 рублей. Рубашка с подворачивающимися рукавами. Брючки, смотрите, какие женские, прекрасные. Юбки. Юбочка плиссе. Мне вообще не нравится, но на мне не нравится. Так. Штаны, как мой супруг хотел, с карманами по бокам. Интересно, они превращаются в шорты, как в бриллиантовой руке? Брюки превращаются. Нет, не превращаются. Утепленный стеганый жилет для мальчика. 1000 рублей. Так, а тут уже пошли. Уже и новые коллекции, все вперемешку. Но тут уже не такие прям... Вау, скидки. Да, Бурматика все время пытаются по распродажам. Да, смотрите, ветровка с кулиской, цвет синий. Интересно. Утепленный стеганый пиджак с огромной скидкой. В общем, девочки, разнообразие просто в этот раз удивляет. Так что проходите. Если вы до сих пор не зарегистрированы, ссылочка всегда под видео. При регистрации вы получите мой номер телефона. Заказ минимальный на 1000 рублей, плюс ваша скидка 20%. Итого 800 рублей, плюс небольшая доставочка. Я с вами прощаюсь. Благодарю вас за просмотр. И уже завтра придет моя огромная посылка. Всем пока-пока!